проверено инженерами, доказано временем. Таков девиз компании Acoustic Group, суть которого в предоставлении гарантии акустической эффективности на все наши проектные решения и фирменную продукцию. Но чем обусловлена такая уверенность? Не только 20 годами успешной работы, но и непрерывным мониторингом свойств производимых материалов, оптимизацией их характеристик, разработкой новых инновационных решений. Специально для этих целей в головном офисе Acoustic Group существует отдел R&D, который занимается всевозможными акустическими тестами и исследованиями. Сердцем отдела является лаборатория. В нашем распоряжении находится комплекс малых акустических камер. С виду это два бетонных куба, но их уникальность в том, что благодаря относительно небольшому размеру они позволяют выполнять сравнительные измерения изоляции воздушного шума в очень короткие сроки – до 4 конструкций за один рабочий день. К примеру, масштабная серия из 20 испытаний здесь занимает около недели, в то время как в больших стандартизованных лабораториях на данный процесс уходит не менее месяца. Самые удачные из этих конструкций впоследствии измеряются в больших акустических камерах, что позволяет не только сократить время проведения научных изысканий и исследовательских работ, но и существенно снизить расход строительных материалов. Одна из испытательных камер также может использоваться для двух других задач – измерения уровня ударного шума и реверберационного коэффициента звукопоглощения. В арсенале лаборатории имеется оборудование для измерения вибрационных и динамических характеристик, интерферометры для определения нормального коэффициента звукопоглощения материалов. Существенным плюсом нашей лаборатории является возможность проведения быстрых сравнительных испытаний. К примеру, на одном из проектируемых объектов возник вопрос об эффективности двух вариантов материалов для акустической отделки, и заказчику нужно определить наилучшее решение. В данном случае в лабораторию достаточно доставить два небольших образца, и уже на следующий день, на основании выполненных измерений, мы готовы предоставить исчерпывающую информацию. Такая оперативность позволяет нам и заказчику не только быстро принимать сложные и эффективные решения, но и сокращает сроки строительства и реконструкции объектов. В различное время отдел R&D принимал участие в реконструкции крупных и значимых объектов, таких как Большой театр, Московская государственная консерватория, Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой, Большой драматический театр имени Товстоногова и многих других. R&D – это небольшая, но важная составляющая огромного слаженно работающего механизма Acoustic Group, благодаря которой фирменные гарантии компании обретают истинную силу, а заказчики приобретают уверенность в наших решениях. Acoustic Group. Проверено инженерами, доказано временем.